Студия «Новаком» и фирма «Ньютон» представляют... Кого? Юрия Стоянова и Илью Олейникова. В программе «Городок». Здравствуйте, дамы и господа. Привет, господа и дамы. Программа «Городок» вновь приглашает вас в наш городок. Вы слышите эти шаги? Это идет осень. Осень – это не только время сочинения грустных стихов и уборки урожая. Это еще и время осеннего призыва и демобилизации из армии. Вот именно поэтому сегодня мы предлагаем вашему вниманию наш осенний дембельский альбом. Черный ворон, что ты вьешься? Ну-с, господа беляки, да. Пиши песню. Подержи. Значит, этого подлюку в расход. Подлюку или подлюгу? Да ну какая разница, все равно в расход. Какая разница в расход? В расход. Так. Дай сюда. Этого повесить? Вот этого повесить? Повесить. Повесить. Вот этого гада расстрелять? Вот этого гада расстрелять? Расстрелять, гад. Гад. Этого расстрелять, а этого расстрелять. Не надо, я не хочу. Так, этого не надо, он не хочет. Да не хочет, не надо. Никаких происшествий подобных не произошло. Ой. Слушаюсь. Вот вы закуску. Есть. Товарищ зять, какие-нибудь еще приказания будут? Да валите отсюда. Николай Васильевич, да. Как же это вам тёще удалось так выдрессировать? Дело в том, Федя, что был у ней кот. А. И вот когда этот кот написал на ковер, я ему сделал предупреждение. Когда второй раз написал, я ему сделал второе предупреждение. А когда третий, я его просто пристрелил. А при чем тут теща? А теща здесь при том, что два предупреждения у нее уже есть. Рядовой Чижиков. Я. Для принятия воинской присяги выйти из строя. Товарищ прапорщик, я присягу принимать не буду. Как это не буду? Почему? Дело в том, что я пацифист. Что? Пацифист. Господи Боже мой. Подожди. Значит так, Чижиков, командир сказал, что хоть ты и педераст, а присягу все равно принимать надо.
скажете, который час? Так, 4 деленное на 29. Это мы имеем. Получается, значит. Слушай, товарищ, посчитай сам, который час. Ебо уделить времени нет. Прости. Завидеть, товарищ Борисович. На кого вы похожи? Товарищ подполковник, я буду поредельник караток. Подержите, пожалуйста. Благодарю. Что, оборзел? Ну, пошутил я. Не комиссую тебе домой. Товарищ генерал, разрешите обратиться. Рядовой Чижиков. Товарищ генерал, третий час мерзну, никто не хочет машину подтолкнуть. Помогите, пожалуйста, она быстренько заведется. Помочь солдату — святое дело, сынок. Спасибо, товарищ генерал. Еще. Ой. Ну постарайтесь, чуть-чуть еще. Ну как там? Еще чуть-чуть, товарищ генерал. Что же она у тебя тяжелая такая, сынок? Конечно тяжелая, товарищ генерал. Там же 20 дембелей в кузове сидит. Реклама. Разве это валюта, господа? Это не валюта. Вот это валюта. Она не зависит от взлетов и падений доллара. У нас эта валюта самая твердая валюта в мире. Тара-бам! Ваши киски любят вискас, а наши киски любят виски. Идя навстречу пожеланиям телезрителей, мы продолжаем показ многосерийного фильма ужасов, снятого кинематографистами нашего городка. Послушайте краткое содержание предыдущих серий. А сейчас посмотрите очередную порцию наших ужасов. Да
Да, отец. Тебе сегодня исполняется 20 лет. Я хочу открыть тебе страшную тайну. Какую, отец? Дело в том, что ты не сын мой. Ты дочь моя. Добрая какая. Ой, простите, а вы здесь видели мужчину такой в коричневых штанах? И такие кроссовки у него белые были, такие белые. Не проходил он? Проходил. А куда он отсюда пошел? Да никуда он отсюда уже не пошел. Знаете, вот нас многие спрашивают, как это удалось сохранить такую удивительную жизнерадостность, такую бодрость и здоровье. Все дело в том, что просто мы огромное внимание уделяем физической культуре и спорту.
нашего городка. И там мы воочию убедились в том, что же пели артисты в то удивительное, и дай нам всем Бог, неповторимое время. Итак, архив нашего городка. Металлургам посвящается. Тот, кто утром... Тот, кто утром льет... Да, тот, кто утром льет металл... Да, тот, кто утром льет металл... Отчизны сберегает. Честь отчизны сберегает. Да, честь отчизны сберегает. Кто рано утром льет мне мир? Покой отчизны сбебебе. Кто утром мир? Покой бебе. Кто утром мир? Покой бебе. Кто мир? Тобе. Кто мир? Тобе. Не мир. Бебе. Не мир. Бебе. Кто рано утром льет металл? Покой отчизны берегал. Слава труду! Дамы и господа, вам, не клюнувшим на нашу очередную удочку, объясняем суть сегодняшнего прикола. Прохожего просят постеречь коробку от цветного телевизора. Все остальное дело техники в прямом смысле слова. В коробке находится громкоговоритель, в скамейке микрофон, а на расстоянии 20 метров рация для... Впрочем, сейчас вы поймете, для чего. Тетенька, сядьте ко мне, поговорим. Вот молодец. Вы даже меня напугали. Ой, ради бога, извините. Я думаю, откуда это? Вот уж чего не хотел, так это напугать. Ну что, будем знакомиться, девчонки? Куда, куда? Ну подождите, ну сядьте обратно. Ну что вы, ей-богу. Девчонки, ну сядьте ко мне. А? Бананчик, почем брали? Господи, не пугайте. А вы присядьте. Зачем? Как звать-то? Венька. А? Венька. Венька? Да. А по батюшке? Алексеич. Алексеич. О, как. Вениамин Алексеевич. Да. Может, ты меня выпустишь отсюда, а? Откуда? Из коробки откуда? Не имею права, мне дали караулить минутку. Так и будешь караулить? Сколько? Я покурю. Давай. Курит, я? Нормально. Курит? Давай, сейчас еще. Давай. Чудеса. Нормально? Ага, спасибо тебе. Пожалуйста. Ну. У тебя придет твой хозяин? Не надо, Вень, не надо хозяина, слушай, ну возьми ты, а. Куда? Ну, ты в коммуналке? Да. Сколько метров? 36. 36. Ну я-то, господи, в уголок поставишь, да и есть на мне будешь. Это аппаратура, просто аппаратура. Веня. Да? Ну возьми меня, не жди хозяина. Я у него год живу. Слушай, не курить, не выпить. Слушай, я сказал. Не можешь? Да, не могу. А что, жена? Конечно. А? Конечно. Ну-ка на троих будем в карты играть.
Дай затянуться еще. На. Да ладно, целую-то не надо. Да, целую бери. Да? Ну, запихай мне на ночь, я потом ночью покурю. Держи. О, держи. Давай тут. А, сейчас. Дай. Ну, толкни еще. Толкни. Ну. Взял. Нет, протолкни туда пальцем-то. О, ну ладно, оставь так, я потом. Спасибо. О, может, споем? Давай. Давай, какую хочешь? А? Не плачь, девчонка. Давай. Не плачь, девчонка, пройдут дожди, пара-па-па-па-па-па-пам, солдаты не служат. А песни любишь военные. А как же? Давай. Ну давай гостям споем, что ли? Давай. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на всем тем, кто только что включил телевизор, мы хотим сказать, что вы не посмотрели программу «Городок». Потому что мы уже прощаемся с вами, дамы и господа. Ну вот и все. На сегодня. Пока. Пока. Я не понял, ты что, снимаешь это все? Ха-ха-ха. Концерт, не надо.